Вот с государственным инспектором Власовым поместили косулю в мешок. Ну, по первым признакам, живо-здорово. Сейчас отвезем и выпустим в охотничье угодье. 17 января. Косули. Собаки загнали косулю. Сейчас ее отвезем в лес, выпустим. Вот подвезли косулю в район Сетуана, общедоступное угодье. Вот уже темнеет, конечно. Иван Владимирович сейчас развяжет мешок, вытряхнет его, посмотрим. Что, можешь нож дать? Вот использовался личный автотранспорт. Привезли в багажнике, выгрузили. Как бритва, аккуратно. Такое, что там? Это нифига, он тебя не режет. Да ну нафиг, бумагу строгал. Вань, ты чучело, ты можешь не той стороной? Да ну. Бумагу вчера строгал, только вчера у меня Кирюха. Его. Ага. Ну, вытряхай ее. Вот посмотрим, что там наш клиент. О. Что ты там?